Привет, друзья! Сегодня хочу вам рассказать о своей новой разработке — весло с автоматическим разворотом лопастей. Кто знаком с каякингом, знает, что используются весла, где лопасти стоят либо в одной плоскости, либо имеют разворот относительно друг друга. Для чего это сделано? Потому что когда мы гребем, эта вот лопатка, если она расположена вот таким образом по направлению движения, она тормозит об воздух. Это особенно сказывается, когда мы гребем быстро или на ветру, против ветра. Поэтому вынуждены что делать? Разворачивать его вручную, чтобы оно стало торцом по движению. Минимальное сопротивление воздуха. Обычно ставят угол 60 максимальный, 45 градусов. Максимум, что мы можем выдавить, это 90. Но так никто не плавает, потому что это приводит к максимальной нагрузке на кисть. Вы вынуждены ее вот так вот постоянно доворачивать. А другая рука у нас бездействует фактически, она служит просто осью. Из-за этого у нас получается весло либо леворукое, либо праворукое, что тоже недостаток. Вот. Я решил избежать этого и сделать специальный механизм, который я расположил вот здесь внутри шафта стандартного 30 мм, который при помощи специальных датчиков делает следующее. Как только мы ставим руку вот сюда, видите? Весло включается в работу. Теперь смотрите, как только я делаю движение, видите, датчики срабатывают и происходит разворот лопастей. Теперь смотрите, я иду вниз, опа, и оно развернулось по-другому. Мало того, смотрите, я опускаю его в воду аккуратненько, и смотрите, что происходит. Оно тоже разворачивается. Ну, это все, конечно, шутки. Просто внутри расположен редуктор. Редуктор с передаточным числом 1:2. Вот это весло. Была сделана компьютерная модель, естественно, сначала. Вот так оно выглядит. И вот так, это редуктор, который позволяет при повороте на 45 градусов лопасти разворачиваться под 90. Таким образом, чтобы развернуть лопасти на 90 градусов, достаточно развернуть рукоятку на 45. Видите? Но поскольку у нас две руки, то ну, не нужно даже и этого делать. 45 делим на 2, получается 22,5 градуса. То есть я и на этой руке, и на этой делаю небольшое движение. 22 градуса вы даже не заметите. И это очень классно и очень кайфово. И таким образом мы полностью контролируем весло двумя руками, потому что мы держим двумя руками плотно. И у нас равномерная нагрузка на кисти и на руки. Это классно, я считаю. Если вам понравилась моя разработка, ставим лайк. Если почему-то не понравился, ставим дизлайк. Обязательно пишем комментарии под видео, подписываемся на мой канал. Обсуждение, критика, восхищение приветствуются. Спасибо за просмотр. Всем пока. По волнам.